Добрый день, уважаемые мои друзья, моя большая дружная семья. У нас началась стройка забора. То есть все старое убирается. Ставятся уже столбы, территория. Это наш дом. Тут у нас будет забор. Это для тех, кто просит, как выглядит наш дом. Наш дом кирпичный, большой. У нас 5 комнат. Скоро будем заколпачивать окна. Так, где там зайки? Сейчас мам приеду, будем кушать, все дела делать. Большой дом, который утеплен. Вот, ребята, начинают уже. Несколько столбов уже сделано. Нам надо оплачивать работу работников. Ставила я уже одну будочку Сэму. То есть будки достаточно большие, хорошие. И собаки, то есть на территории, на загороженной, уже будут жить взрослые в будках. Им будет хорошо, комфортно. Это наш дом, да. Это наша работа. Спорится, делается. У нас новая беда. Наш Эрни. Снова Эрни, который благополучно пошел на выздоровление. Мы уже даже прошли кастрацию. Вчера, приехав в приют, я поняла, что Эрни еле стоит на ножках. Хотя позавчера он отлично бегал, как всегда. Он буквально вышел, сделал несколько шагов и упал. Я подбежала, схватила его на ручки, и он начал писать у меня на руках. Я поняла, что это клещ, это пироплазмоз. Вот так вот резко. Собаки могут упасть от клещей. Но это еще не все, мы капаемся. Сейчас только сняла ему капельницу. Я сегодня не спала всю ночь. Это антибиотик цефтанит и люголь. Мы капаемся. Я срочно его вчера забрала домой, потому что я поняла, что у Эрни плюсом началось воспаление легких. От чего началось у нас воспаление легких? Кто понимает, это собаки при повышенной температуре, как правило, ищут место похолоднее. Может быть, и сквозануло его на улице. Очень было страшно. Вот его дыхание. Но ночью этого не снимешь. И вообще просто иногда не до съемок. Куплен антибиотик цефотамид. Дорогое удовольствие, да. Взяла смешанных денег. У Миши, кстати, все замечательно уже. Песик наш проявляет активность. Уже сам бегает к кормушке, так что сказали, что, в принципе, можно уже его забирать. То есть грамотное лечение, да, и буквально полторы недели, и щенок наш Миша пошел на поправку. Спасибо всем большое, опять всем. Большое от меня спасибо, что все откликнулись. Хочу попросить в очередной раз вас, да, ну, потому что по-другому никак не получается. Очень много больных животных, очень много сейчас вкладывается в стерилизацию, кастрацию якутских собак. Финансов очень много ушло. Очень много. Сделан уже большой объем работы. Вожу сама, девочки. То есть это постоянный руль, это постоянные закупки, это постоянная беготня. Иногда действительно просто нету сил. Да, у Эрни состояние, конечно, скажем так, средне-тяжелое. Но, естественно, объемные капельницы, правильно подобранный антибиотик. Но это тоже длительно. Воспаление легких у собак лечится минимум 14 дней, но поддерживающей терапией. Так что пока он будет находиться у меня, в приюте его оставлять никак нельзя. Лечу сама. Слава богу, за 8 лет уже научилась многому. Хочу обратиться к вам, ко всей своей большой дружной семье. В среду мне покупать еду ребятам на неделю. Закупки делаю я ровно на неделю, со среды до среды. В среднем это 16-17 тысяч. Это на неделю питания. В среду оплачивать мне еду нечем. Уважаемые мои люди,
моя большая дружная семья, мои добрые зрители, добрые подписчики доброго канала. Я очень прошу вас откликнуться и помочь нам с едой. Купить в среду нам еду. Я очень, очень прошу вас, помогите нам. Потому что Ирне сейчас еще надо покупать лекарства, капельницы. Но основное это питание. Конечно, без питания ребята не могут остаться. И еды у меня осталось ровно на завтра, сегодня-завтра. Потому что я рассчитываю, приобретаю мясопродукцию ровно на неделю. Очень вас прошу, не пройдите мимо. Помогите нам купить в среду собачкам еду. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных Наталья.